Канал Грац приступает к четвертому последнему испытанию Одина. Всем хорошего дня. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Грусть, печаль, тоска. Ну давай же, срабатывай. Не всегда сразу почему-то начинается у нас испытание. Я не знаю, что это за место. Да, здесь очень странно, стрёмно. Но это последнее испытание, последнее, поэтому... Не знаю, что нам здесь уготовано, но разберемся по ходу, как всегда. Да, снова Диллиан, я вижу. Так, он в доме. Боже, это болото. Конечно, лучше надеяться только на себя, но я надеюсь, в этих болотах, в этих водах никого нет. Just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like them. Да, интересно. Ладно, понятное дело, что здесь... Мне послышалось или... Или мать назвала. Но... Так, по-моему, это была мать, то есть где-то должно быть ее лицо. Но я не вижу. Хоть убейте, вообще не вижу. Или мне реально послышалось. Вот тут что-то на камне странное. Нет, просто камень. Ладно. В общем, вот эти ворота, как у нас было с Вальравном, да, иллюзия. Ты проходишь через них, и что-то меняется. Либо открывается проход, лестница. Ну, в общем, меняется. Нам надо в тот дом, да, там какое-то странное свечение синее. Еще вот эту вот иллюзию, где надо собирать... смотреть под определенным углом, чтобы появился там мост и мост, да. Ой, господи. Ладно. Это надо, скорее всего, не отсюда, то есть нам нужно куда-то забраться. А меня смущает. Смущает, что я, наверное, где-то пропущу... разговор с матерью, хотя, блин, не уверена, мне могло и показаться, и это могли быть и голоса. Я понимаю, что мне надо туда попасть, надо только понять, как это сделать. Так, еще одни ворота.
что они меняют. Ага. Теперь мы можем сюда пройти. Хотя до этого не могли. Получается. Ну да. Так, здесь еще ворота и камень есть. Я не знаю, сколько на этом уровне камней с рунами. Надо, кстати, посмотреть, чтобы не упустить. Два. Да, всего два. The Northmen speak of a death moon. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm. And first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. Запомним. История не рассказывает про кого-то конкретного, а рассказывает про чему. Я так понимаю, да? Которая убивает, ну? А... Туда на башню, да, если мы вернем. А вот этот проход остался. Хорошо. И так мы можем забраться. А зачем? А, ну я поняла зачем. Чтобы мост починить. Скорее всего, да, сверху. Логичнее всего собрать эту иллюзию. Угу. Так, нет, вот отсюда. She did it. She did it. You fixed the bridge. She fixed it. You passed the trial, get to the house. You succeeded. И, скорее всего, камень с руной, наверное, будет в доме, как раз куда мы идем. Хотя не факт, но здесь всего два камня, значит, испытание не такое уж и длинное получается. Посмотрим. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Come out if you are. Where is he? Find him. You have to find him. Сейчас найдем. Focus. There was a Northman called Grettir. Big, red-haired, immensely strong. But he was afraid of the dark. Знакомо. It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the doorframe, but it gave way, and they spilled out of the house, and the monster fell back, and the moon shone down on its ghastly face. Grettir, terrified, cuts off its head, but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes we allow our own fear to haunt us to our grave. Мне вообще кажется, мы сами себе придумываем эти страхи и начинаем их бояться. То есть, уж, наверное, чтобы скучно не было, я не знаю, потому что, в принципе, Друд прав. Мы сами позволяем страхам преследовать нас до самой смерти. Это то же самое, как и у меня, боязнь темноты и вообще фобии у людей. Это чисто психологически.
То есть, если ты представишь, что на самом деле в темноте ничего нет, нечего ей бояться, то я не знаю, конечно, может быть, не сразу, но страх уйдет. Так же, как и высоты. Вообще, страхи просто так не появляются. У меня, не знаю, страх темноты, наверное, потому что у меня слишком богатое воображение, и мне всегда кажется, что в темноте кто-то есть. Это еще пошло из детства. Но смотришь сейчас страшилок на ночь, и все. А детское воображение, оно бывает иногда прям каким ужасающим. И ты начинаешь в это верить, и это идет из года в год. Делиас! Что происходит? Мне это не... Что? Кто это? Блин, я не понимаю, что происходит, но ладно. Они мне говорят бежать, поэтому бежим. Куда только. Так, наверное, скорее всего, подальше от этого красного свечения и ближе к свечению Диллиана. Рунны. Ладно, вы успокойтесь, вы нагоняете только больше паники. Я и так-то не понимаю, что происходит и вообще куда бежать. Я не понимаю, куда бежать. Черт, в ловушке, да? Нет, нет, сейчас найдем. Не надо нагонять паники. Я и так не понимаю. Так, вроде... Так, да, вроде правильно. Черт. Нет, я вижу, куда бежать. Направо. Угу. Они меня догоняют, они стены сшибают, а я не могу. Я даже не знаю, что это такое. Давай, давай, концентрируемся. А где дверь? Черт. Вот это испытание, блин. Опять по нервишкам. Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I am. You're not a monster. Меня поражает, какие мудрые речи говорит Диллиан на самом деле. Without you, this darkness has made me a monster. Но это не так.
Это совершенно не так. Я бы не сказала, что она у нас монстр. Все. Да, все испытания пройдены. Into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And a sword will lead me to him. Like when we first met. Хорошо. Ладно, последнее испытание так прошло довольно быстро. Черт, все, мы можем получить меч и грамм, и, наверное, это уже близится к концу, потому что мы идем тогда, получается, к Хеле и будем с ней драться, пытаясь вызволить, спасти душу Диллиана. Я вообще очень сильно сомневаюсь, что у нас это получится. Все больше играя в эту игру, но увидим. Спасибо, что смотрели, и всем пока!